Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В Минске прошла презентация переиздания монографии Анатолия Юницкого «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». В книге автор излагает законы и принципы, лежащие в основе концепции струнного транспорта. 16 апреля состоялась премьера биографического фильма об Анатолии Юницком «Skyway to Universe». В основу фильма легли факты из жизни изобретателя и автора технологии струнного транспорта. О Skyway теперь можно узнать, летая с самолетами Etihad Airways, национальной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов. В последнем журнале Atlas официального журнала Etihad Airways вышел материал о развитии Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 16 апреля в Минске прошла презентация переиздания монографии «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». В ней автор, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий излагает фундаментальные законы и принципы, которые лежат в основе концепции струнного транспорта. Книга выдержала уже несколько переизданий, но основные ее идеи не изменились. Рецензию на книгу опубликовал постоянный информационный партнер проекта Skyway – «Комсомольская правда». Авторы рецензии подчеркнули актуальность космической тематики для современной науки и техники. Презентация нового издания монографии прошла в юбилее ее автора. 16 апреля Анатолию Юницкому исполнилось 70 лет. Круглую дату Анатолий Эдуардович встретил в окружении коллег и единомышленников. Более 100 человек пришли поздравить юбиляра с праздником. 16 апреля состоялась премьера биографического фильма об Анатолии Юницком «Skyway to Universe». Это игровое кино, снятое командой кинематографистов из Казахстана. В основу фильма легли факты из жизни изобретателя и автора технологии струнного транспорта. В фильме показан долгий и сложный путь человека, предлагающего миру идею, которую большинство людей еще не готовы. Струнный транспорт Skyway и общепланетарное транспортное средство как единственная возможность достижения высокой цели. Спасение планеты и человечества находятся в центре сюжета. Герой преодолевает все сложности и добивается успеха благодаря трудолюбию, творческой энергии и поддержке близких людей. Посмотреть фильм вы можете на нашем сайте. В свежем выпуске Atlas официального журнала авиакомпании Etihad Airways вышел материал о развитии Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот что написали о проекте журналисты издания. Несмотря на широкое распространение концепции бесшумных надземных транспортных средств без водителя в научной фантастике на протяжении десятилетий, в городах они встречаются все еще редко. Но этот полет фантазии вот-вот станет реальностью в одном из самых футуристических городов – Дубае. Модули Dubai SkyPods были представлены дорожно-транспортным управлением этого города на Всемирном правительственном саммите в феврале в рамках проекта по разработке изящной, скоростной и энергоэффективной системы эстакадного типа для быстрого и комфортного проезда по Дубаю. Etihad Airways – национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в Абу-Даби. Авиакомпания выполняет более 1000 рейсов в неделю по более чем 120 направлениям для пассажиров и грузов на Ближнем Востоке, в Африке, Европе, Азии, Австралии и Америке с парком из 117 самолетов Airbus и Boeing. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это ваше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.